Так, у нас 14-й стрим с Полфорса. Сегодня у нас 3 июня, 18:10, 5 минут позже. И вот я заметил только, когда выключился стрим вчера, что никто не видел, что же я такое рисовал и зачеркивал. Вот. Половинка пройдена. Вот это я прошел. Вот это плюс... вот эти две локации я прошел... 2 года назад. И вот начал ходить дальше. Надеюсь, что на этот раз ничего не угаснет. Так. Сейчас парочку секунд. Force. Вообще говоря, пока что вот так. У меня чай, потому что... Да, еще раз фос, спасибо за хост. Где быстрее это будет? Наверное, юг. Сейчас мы побегаем по... обочинным кустам. Кажется, сугубо для гномов. Я, кстати, не обратил внимания, в следующий. Она тоже сугубо для гномов. Нашел, кстати, формулу, определяющую регенерацию. И она оказалась, ну, как это сказать, не очень обнадеживающей. Your master creature. Only the master can awaken me. You are the master. Here. I have reserved this for you, just as you told me to, master. Shall I come along with you now? Shall I serve you again?
follow me. Command me. Destiny. Let's go. Вот, понятия не имею, что здесь делать. Ну что вот это за могилка? Понятия не имею, что здесь делать с ним. Ан, ты чё тут? Greetings. Greeting. This writing on. Yes. I'll look for clues that tell us something. Do it. А здесь был этот товарищ, куда он делся? Шелест. В темных землях. Фиг его знает. Все это позже. Динк МакВинтер же был здесь. Да он делся-то. Да. Проще говоря, тут еще 5 карт, а следующий торговец будет только через... Очень-очень долгое время.
У меня вампиризм. Так. Вот я от восьмого я возьму. Позже, видимо. Хотя следующий 17 уровень. Это уже совсем вчерашний день. Нифига, конечно, 15:23. Молот мотар обледенение. Слишком много луков. Чем старье? Сколько колец послушника? А сколько я всякой всячины продаю? Сейчас, погодите, Poison, Spell Force, Spells. Сейчас посмотрю, сколько он бьет. Монокост-то нехилый. Вообще-то его брать такого уровня не очень полезно. Лучше сэкономить деньги и просто купить седьмого. Седьмого ведь? Да, седьмого. Будет по 4 дамага в 2 секунды на 5 минут. Восьмер... Будет на 350 секунд. То есть на одну минуту больше. Учитывая, что все враги практически подыхают за это время. Смысла нет.
На седьмую куплю. Да, возможно, потом еще смогу это взять. А, я уже могу этим пользоваться, ну и тем более. И вот смотрю на это все, и на самом деле мне сейчас все... Лист оазис. И здесь ничего не показывается. Ну, попробую на память. Почему музыка пропадает? Вот почему герой ничего не говорит, он my way там? Там героев, я не помню, здесь был, нет. Может, теперь все миссии без баз проходить? Возможно. Ну, просто это реально больше времени, гораздо больше жрет. Да и тем более... Запускает лютый спаун. Не знаю, надо смотреть. О, вот сюда можно сходить. Хожу-ка себе туда. Не, ну а смысл? Смотри, сейчас я не знаю вообще карты вокруг себя. Я примерно представляю, где ресурсы, но вот важных для гномов я не знаю где. Для эльфов здесь дерева мало. Надо лесника обязательно строить, потом как можно быстрее. Это тоже долго, учитывая, какие здесь редкие. Деревья. Можно было агонию купить получше. Еще. Надеемся, что просто найдем. Вот, козелька, пожалуйста, отъедь прямо в глаза. Сражение. Что если вот так? Смерть. Вот вспомнил, что вот скелетов на самом деле можно было получше найти. По-моему, на восьмом раз таки становятся... Они становятся там лучше уровня. Хотя они больше жрать начинают. Они чем больше уровень, тем больше жрать начинают. Просто адово. Поэтому самые сильные скелеты здесь не выходят. Особенно учитывая, как здесь манреген плохо разгоняется. В итоге у хай-левельных скелетов как бы призовешь всего две штучки. Да, они будут жить, возможно, танковать, но они не будут толпой. Это тоже иногда проблема.
А, это лучник, господи. Ну, просто еще вот. Ну, вызываю я эльфов. Ладно, здесь что-то типа для них есть. Окей, ленья, там, ягоды и так далее. Для гномов вот здесь вот тут камень. Лунное серебро я вообще не помню где. Я где-то все-таки видел, по-моему, одно на прошлом стриме. Но не считается. И где-то за 3-9 земель вот это железо. До которого вообще фиг поймешь, как добраться. То есть гномы здесь отлетают сразу. Да не надо, зачем? Скажи нигде и громко засмейся. Ладно, я побежал. Скелетики, отвлекайте их. Призрачный паук. 22-го. Как-то. Одного что ли уже сожрали? Скелябры? Нет, двое. Полудохлый скеляб. Вообще-то у меня здесь до 4 я могу нормально видеть. Меня такая телепортируется. Все. Правда, это перевал. Уйди. Чавкатель. В смысле, я даже не активировал ничего. ВТФ. Что это было сейчас? Вижу такие.
Ничего не зажато. Пофигу, мне сейчас камера так перемещалась. Вестник смерти. Вестники смерти. Бла-б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 ла. Медленно дохнем от яда. Этот товарищ не хочет никак угомониться, убейте его. Эти вдвоем от яда страдают. Так. Все, уйдите. Уйдите. Уйдите все. Я пошел пожинать пауков. А это неплохо держится, паучок. Ой. Блин, он сейчас сам помрет. Даже медленно передвигается. Сейчас мы ядику поможем, переналожим. Что я очень не хочу, чтобы оно меня кусало. У него, видимо, очень большое сопротивление. Me, да ладно, давай. Вот, ты уже медленно бегаешь. Это ли не то, что нам нужно было? У меня сейчас, кстати, мана реген 13 где-то в 6 секунд. Ура, товарищ. Светлый шелк. Ты кто? Это что это за... Не кажется, или это какие-то очень странные мобы? Можно попасть. Блин, мне кажется, следующий уровень я целиком вложу не в разум, там, стойкость и мудрость, а в то, чтобы я попадал своим посохом. Потому что иногда хочется ману поэкономить, а вот... Фиг там был. Не, лучше... Дешевле обойтись. Хотя?
We're under attack. А что, Фо, ты про РПГ именно про стратежный режим? Хочешь, чтобы я все-таки шел вперед и строился? Не обузил яд? Так, все, надо убегать нафиг. Все, убегай далеко-далеко. Товарищи уже очень плохо докуда-либо дойдут. Кажется, сейчас добег. Какой же пар долгий. Вечер, изи. Ты представляешь, насколько он долгий, если ты его стримишь и зачитываешь каждый диалог, переводя с английского. Я включаю уже тему из Бенни Хилла. Нет, будет играть веселая музыка. Ну чё, все по дороге тут поподыхали, что ли? Серьезно? Никто не оставил после себя милого трупика. Почти все диалоги. Представляешь, ты еще вот попутно пытаешься их с инглиша переводить, учитывая, что там довольно-таки непростой инглиш. Конечно, не такой, как в Шадоуране, все-таки чуточку проще. Но все же. Надо побольше продавать всякой фигни. 91 золотая. Медиков у меня уже мало. Я, пожалуй, вот этим обойдусь. Но ты не зачитывал. И не специально для этого прямо... Понимаешь, а тоже я бы нормально, кстати говоря, бы пайр бы... ускорил бы прохождение, если бы я про себя читал. А не переводил попутно. Потому что я очень часто, когда вижу английскую игру, я так понимаю, что там написано, когда меня просят, переведи, я такой... Дракхед, икона гик, вот гобл мейчер ват? Вот именно! Блин, меня вот эти товарищи беспокоят, откуда они бегут? Куда они бегут? Просто вот, когда начинаешь играть такие игры, твой английский резко... Точнее, твой русский к
когда играешь в игры на английском, твой русский внезапно становится тыквой. Так, ладно, это сейчас они сами разберутся. Ну, пусть охраняет, я не против проявления страха. Давайте проявление страха. Храм героев! Можешь, пожалуйста, да. Ладно, просто убей его. Грифон, которого мне надо освободить. Как мне сказали, он сам найдет дорогу до хозяина. Надеюсь, это действительно так. Но я на всякий случай сохранюсь. Потому что знаем мы. О, руна людей работников 9. О. Ранен и напуган. Будем возвращаться к своему господину. Да, только не бей скелетов, которые попадутся тебе по пути. И понятно, как сюда можно было забраться. Ох, ёлт-пола. Все равно зачистим. О, а ты за кого, кстати, проходил? Я не помню. Первый Spellforce. Breath of Winter, по крайней мере, который я видел, как ты проходишь. Все, он будет сейчас игнорить смерть какое-то время. Забывай об этом приеме. А зря. Это очень весело на самом-то деле. Ладно, здесь троих я отдалею. Сколько здесь зданий? 3? Да уж. Ты такой начнешь делать базу? Здесь они начнут. Пока ты развиваешься, здесь начнется такой. Подобу. Блин, надо было подождать, пока мана становится.
Телефон, покажите ему вернуть скутер. Он вернулся. Еще надо найти меч Утера. И что там? Доспехи Утера. Да. Ой, ну здесь городок-то большой. Но здесь сундучки всякие интересные есть. Здесь тоже были, я видел. Вон сундучок. Знаете что? Пусть пока он разбирается, я что-то забыл совершенно про это. Вот это я такое сейчас сделаю, и дело пойдет раза в 4 быстрее. А чё красный, я не понял. Блин, ты какого уровня? Вот реально, потому что... Он 11-го, 5-5. Ну, просто обидно, мне нужен лучник. Работник 9-го я не меняю. Я 9-го. Че я стою, если я могу бежать, уже бить? Да, Фо, хочешь самое главное? Я ведь не заподозрил, почему у меня вылетает. Хотя это было на самом видном месте. Знаешь, что там было? Там на топоре, где должен был быть сполох огня. Сейчас, где этот герой? Он, по-моему. Вот здесь, вместо... Сполох огня было написано нул. Как тебе? В скобочках. Все. Посмотрите как. Хоп-хоп-хоп. Дело-то пошло быстрее. Мне еще надо могилу Лии найти. Вот, кстати говоря, железо вот. Сколько надо тут обойти, чтобы его добывать? Я прям уверен, что железо есть где-то выше. Возможно, я, кстати, видел его на прошлом стриме, но... Мимо экрана тыкать. Вот видите, точка спауна была. Начинаю делать базу, и здесь копится народ. С другой стороны, конечно, надо бы, наверное, потому что, когда ты начинаешь обороняться, больше войск тут и так далее, уровень растет. Надо сразу их выносить, менталистам. Менталисты же у нас созданы, чтобы убивать магов, а эти часто бывают магами. На самом деле не очень хорошо. Ну-ка я сохранюсь. Now. To adventure. Into battle we go. Hold on, men. At your command. Stay with me, men. For the room. Now, we must drive them back. Let's go. Into battle we go. Hold on, men. It's an ambush. Reinforce the defenses. Attack. They're everywhere.
Металлист здоровски заходит против вот такой группы. Но его надо еще сберечь. Блин, здесь очень много сундуков. Мне это нравится. Надеюсь, они принесут мне счастье. Да почему? Ех. Блин, вот это, конечно, чавкатель. До сих пор не понимаю. Вот серьезно, они. Не знаю, учитывая какой-то. Вот знаете, здесь было бы лучше. Вот я предлагаю два варианта. Вот. Как здесь можно было бы сделать лучше. Либо сделать лут, который. Как в Диабле бы был бы очень рандомен, так скажем. Либо был бы какой-нибудь фиксированный лут, который был бы интересен. Потому что вот то, что я вот вижу вот в таких сундуках, мне это только в уныние вгоняет. Ох, а как бы долго я сейчас... Ты хрипишь? Ну да. Это ты... Пару секунд. Да вот именно, что лучше здесь рандом... Вот перестать должен был хрипеть. Я понимаю, что здесь лут рандомен. Другое дело, что там рандомность там лут говёный. Серьезно? Вот, ну, совсем. Follow me. Now. Я говорю, было бы лучше, если бы в рандомных сундуках всегда был рандомный лут в плане рандомных предметов по... атрибутом. Продай, купи в тени нормальный. Ну, блин. А как я здесь пробежал, у меня вопрос. Окей. На самом деле мне это нравится. Так. Просто реально здесь очень мало разнообразия лута. На такую протяженность игры. Диановая маска великого мага. Либо магический навык 8. Ладно, это следующий уровень. Let's
Грифончик вернулся к нему. Теперь у меня главный вопрос. А куда мне не стоит идти, потому что только избранный может убить его. Врага. Заклятущего. Так, пока они бегут... Кстати говоря, здесь же... Здесь же как-то можно было... Пляску камеры на героя... ставить. Ладно. Две секунды. Сейчас. Так. Вестник смерти бежит. Что? Ладно, пусть бежит, куда бежал. Let's go. Здесь встал. Замечательно, я же здесь все уничтожил. Здесь вот упоротости некоторые есть. Вот на прошлой карте была упоротость такая, что... Где этот Исмаил? Вот железо было еще. На прошлой карте была упоротость, что... Особняк был в одном месте, а возрождали зомбаки в другом. Мне надо еще могилу Лии найти. Шелест, это же Шелест. Рашмазайки. Получен от Йона. А, вспомнил. Окей. Надо еще куски мозаики найти. И выпустить мир великое зло. Чтобы его победить и забрать весь лут себе. Это что еще там? Ну что ли за мной пытается охотиться? Are you serious, Линау? Ни сундуков, ничего. Зачем такие огромные локации?
Вот лунное серебро. To adventure. Now. Могила здесь есть. Слушайте, он, похоже, реально за нами выехал. Now. Во, а к концу первой кампании с какого уровня примерно? 25-го? Лицо-то я не получал. Ну окей. Это или повыше? Оу, это хорошо. Да уж, менталисты. Меч утера, дар духа, луки 6, а у меня лучник 5 по лукам. Эффект безумия. Лучка нет никакого, есть только это. Серьезно? Они запалили камень, короче, и считают, что это моя база. Как это только озвучивают? Даже слушать смешно. Здесь я типа появился как раз таки. Понимаю. Да ведь? Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, да. Что туда бегать не обязательно. Здесь я реально здесь не пропустил никаких ящиков. Я напоминаю, мне еще надо могилу Лии найти.
Блин, какие же менталисты здесь... просто шваховые. Не, хочу больше поразобраться. Что, куда, зачем и почему. Чё туда? Меч я нашел Лутера. Мотыга 23, скорость 80. Фиг пойми, что из этого эффективнее. Меня радует, что одеяние из паучьего шелка, все. Кстати говоря. А, у нее не хватает. У нее пятерка, да? Как неприятно. У него шестерка. Я тут только всемогущий маг. Мститель Лия. Let's go. To adventure. Quickly now. To adventure. Follow me. Куда? Я не понимаю. Хранитель второго осколка? Великий похититель душ? Что за осколки? Кто это? Мстители, мстители. Он и могила Ли, окей. Знаете, как мы это сделаем? Мы сделаем это очень просто. Вы даже подальше немножечко отойдите. Иначе заденет. И, блин, 18-й. Кошмар какой. По 124 всего. Вот узкоспециализированные чертовы менталисты. Потому что это ментальные навыки. Так, а я много теряю опыта? Блин. Я не хочу загружаться, ну серьезно. Я сейчас это понял только. Ну, я загружусь. Потому что вся карта сейчас скроется. Правильно. Не знаю, кто догадался сделать такую систему. Вся карта при сохранении просто тупо скрывается. Реально тупо. Ready and able. Yes. At your service. Very well. Ready and able. The rune's orders. The rune calls. The rune calls. On my way. The rune's orders. Onwards, warriors. At your service. They're everywhere. Не, вот на это нужна армия. Серьезно, это жесть какая-то. Выпиливание героев просто. И все в одну кучу. Все
серьезно, вот из-за такой фигни, как сокрытие карты, когда на нее снова приходишь. Я понимаю, был бы туман войны. Я бы слова не сказал. Вполне здоровый туман войны, но здесь... фигня какая-то. Forwards. Follow me. С другой стороны, я знаю сейчас, как это можно попробовать снизу. Здесь туман войны курильщика, да. Именно так. Который вообще непонятно, как работает. Ночью, мол, все скрывается, там через некоторое время все затуманивается. Когда ты загружаешься, так вообще. Игра считает, что тебя здесь не было и звать тебя никто. Хороший доспех. Хорошая палец. Какого пятого? И у меня пропала аура. Вот из-за чего она пропадает иногда? Фиг его знает. Свиток смерти четвертый. Яда. Монокристалл. Шар сопротивления. Какой хороший прошлый сундук, и какой хреновый этот. А чё вы остановились-то? Знаете, у меня такое ощущение, что если я... вот сюда самостоятельно подойду, мне тут просто с километра так шотнут. Хранитель второго осколка. А, я понял. Хранитель мозаики. Второй кусок мозаики. Смерть десятого. Волна льда. Слушайте, какие хорошие. Вещи здесь падают. Мне нравится эта локация. Мне одновременно она и не нравится, но. Вот из-за этих товарищей по сабквесту, который длится уже с эльфийских. С эльфийских времен. Какой отвратительный ящик. Мне не нравится эта локация, я сменил свое мнение. Reinforce.
reinforce the defense. Hold on, man. Back. Send them to the river of souls. It's an ambush. They're everywhere. For freedom. They're everywhere. Ну, смерть десятого очень хорошо сносить должна. Вот там вот уже есть, как бы, смысл от этого заклинания вообще полный. Надо осторожно вот это сейчас проделать, вот эту хитрость. Quickly now. Now. The rune calls. What does the rune desire? Follow me. Ну, пусть пока один дохнет. Да ёлы-то полы, я задолбался это. Пойдем в еще осколок мозаики. Вложим. Просто вот сюда, мне кажется, дальше подниматься по горе. Поэтому схожу сюда. Ты пал, вот у меня слева есть маленький клочок. Вот. Вестник безумия. Руна жреца Тегра. Белая магия жизнь, магия разума, чародейство, защитная магия. Кажется, доспехи утро. А, ты надеюсь, там я сейчас не услышу, что а, я пошел воевать. Смерть поменьше не буду делать, потому что она бесполезна. Рен, мне кажется, что здесь вот просто от карты зависит, как она изгибается. Так. Пару секунд. The rune calls. Ведь можно как-то, я не знаю. The rune's orders. Как-то же можно было, по-моему. Они исчезнут. Надо, короче, туда идти. Forwards. For the order. Так, померло. Паночку померло.
them back. Get everywhere. Enemies beware. Close the ranks. Еще гады маны вытягивают. То ли выжигает, то ли ведь. Но это больше выглядит на обычный ментальный удар, который от интеллекта врага скейлится. Let's go. Follow me. Quickly now. Let's go. Let's go. Конечно, все понимаю. Forwards. Вот это все, да? Ну, на серебро. Follow me. Forwards. А, бегите вперед. Ого. Вот здесь, наверное, этот товарищ сидит. Не там, на возвышении, а вот здесь. Смотрите, какая крепость. Не хочу следующий уровень. Что у меня там будет? У меня там будет лучше. Что у меня ничего там не будет лучше. Почему я его тогда жду? Жрица стоит такая. Ну серьезно, вот если эту карту проходить расой какой-нибудь, то как это проходить, я не понимаю, потому что ты делаешь базу в середине, и тебя со всех сторон атакуют. Ну, офигительно, чё. Он заражен. Третий раз меня не успели шотнуть. Так что сиди и подыхай. Все равно что ли бегает. Где мне достать второго паука? Потому что мне нужен. Че игра так подлагивает? Мягко говоря, подлагивает. Что
слушайте, мне это не нравится. Let's go. To adventure. Forwards. Follow me. Forwards. Now. Quickly now. Сейчас вроде нормально. Место что ли какое-то глючное? Follow me. Знаете, я вспоминаю, что один человек сказал мне, что у него, когда он играл в Spellforce, сгорела видеокарта. Там сейчас агро живой. Подбегу ближе, на меня вон полетели утки. Давайте сходим в загадку эту. Что за кольцо-то там должно быть? Должно быть. Но скоро помрешь. Ну ваншотов теперь не будет. Я чувствую, там кроме второго осколка должно быть что-то еще. Я чувствую, просто появится какой-нибудь демонюка. Follow me. Quickly now. Голос становится громче. О, хранитель третьего осколка. Quickly now. Надеюсь, у него... Так, я в туалет сбегаю. Вот знаете, я смотрю на все вот это действо, вот это вот, и скелетов ведь было до этого два у него в охране. У хранителя второго осколка. Поэтому мне надо что-то сейчас придумать. Можно, пожалуйста, не прерывать заклинания? Так, так.
Quickly now. For freedom. On my command. To adventure. For Awanir. An enemy attack. Hold on, Ben. Back. You must drive them back. Stay with me, man. Back. You must drive them back. They're everywhere. The mines must hold. Hold on, men. Ну офигеть. О, это выпилили. Так, я ухожу отсюда. И бегу сюда. Нет, ты не идешь через оттуда. Трупы вроде не должны пропадать, если не ошибаюсь. Блин, выпилил всего одно скелет. Но реально, они жирные. Стоп, а зачем мне бежать? Жица Тегра. Здрасте. Жрец Тегр. Что здесь защитная магия жизни? Во-первых, призовитесь, представьтесь. Аура исцеления. Господство. Что оно делает, это господство? У меня было заклинание господства, но я его продал. Определенно вот это. Определенно, по-моему, вот это. Вопрос хороший. У нее что за кольца были? Разум, мудрость, обаяние. Ну как-то это слабенько. Два кольца послушника и то лучше. Бегите пока к нему, я тебя в пути одену. Вон, но даже я не могу это надеть пока. Белая магия. Мне нужны шапочки.
Конечно, блин, вот эти штуки, это жесть какая-то. Блин, я все-таки хочу. Ему нечего давать на ближний бой, вот серьезно. Но главное, я для себя-то не могу ничего сейчас взять. Ну, возьми там, я не знаю. 8-5-6. Обычный посох мага. Yes. Наконец-то я хиллершу заменил. Можно зажать и не тыкать, но будет дольше. Тужит ненужные предметы. Кстати говоря, каменные души Орханку в тень надо. Не, вот про это забыл. Ну ладно, Амры и Лия. Надо еще наделать. Forwards. Forwards. Вот сейчас он не будут готовы умереть. А, здесь вот, вот этот проходик есть, из-за этого он считает, что так быстрее было пробежать. Понятно, чем вот, вот так вот. Ну, логично, логично. Через врагов всегда опереться. А что-то вы как-то далеко загрелись, господа. Вам не кажется? Кража маны у него есть, да это просто чудо. На щит. Короткий меч мастера гильдии. Одеяние внешнего круга. И кажется, нашел себе новую одежку. For Awanir. We're under attack. An enemy attack. Reinforce the defenses. Stop. Reinforce the defenses. Close the ranks. Rune warriors stand by me. Reinforce the defenses. Stay with me, men. Слушайте, мне нравится, у него аура исцеления. Вот, кстати говоря, за белую магию вполне нормально вот было бы. Многоленники рыцаря. С расы играть, потому что он лечит очень круто. Второе одеяние имбовости. Так, мне надо как-то, я не знаю, попробовать еще раз. Не, пожалуй, вот сейчас заразить ядом, потом напасть после того, как я мозаику активирую.
Но если это снизу удастся сделать, то пожалуйста. Нет, снизу не удается. Все, короче, лафа закончилась. Надо хотя бы уровень получить, тогда у меня появится и шмот получше. И так далее. У меня будет новый шлем плюс скорости к магии с улучшенной защитой. Здесь мудрость, конечно, у меня убудет, но who cares? Сопротивление магии разума будет. Ну, оно точно лучше. А вот и вот одеяние внешнего круга, которое просто круче на порядке. 5 музыка куда-то пропала. Четвертый осколок принесите. Сейчас вы прошли Spellforce 1. Начинает дрожать. Жестокий. Павший герой. Самоубийственное исцеление. Цель получает дополнительный запас здоровья, при этом разночный запас здоровья отнимает спринившую заклинание. Замечательно. Какая лютая бесполезность. А, хранитель четвертого осколка. Жестокий появился. Два жестоких. Блин, я реально хочу упасть наверх. Ну слушайте, вот это реально уже не смешно. Хотя это можно будет на этой армии, конечно, я могу и не строить, но вот ядом позаражать можно. Серьезно, я не понимаю, как здесь... Вот это армия гномов сейчас не зарубит, серьезно. Что у нас там вообще? Ну сейчас нету нашего основного... Ну не основного дамагера. Это красивая арка. А, Исмаил, здравствуйте. Вы все-таки здесь. Нормально рубили. Ну просто, знаешь, учитывая, как армия дворфов в прошлый раз моя просто нафиг не смогла сдержать нежить из ворот.
Не, я даже рисковать не буду. Убираемся вот здесь. Давайте включу свет. Совсем темно уже. Глаза тут только портить. Блин, вот это... Реально жопа. Ну, правда, после этого я хочу сходить вот сюда, посмотреть, что здесь. Ты был прав, что ты смотрел здесь. Я не хочу туда соваться. Да, однако ж, здесь действительно так быстрее пробежать. Вот все время кажется, вот прям осматриваю досконально, а не потерял ли я какие-то сундуки. Здесь, ой, здесь это есть. Смоил. Мне почему-то кажется, что я сейчас отдам этому рыцарю утору для половинки Хакану в шелест. Я сейчас в шелесте. Так. Так, ты тупой, поэтому... Жесть, конечно. Он самохилится, Господи Иисусе. Он самохилится, просто жесть. Да уж. Let's go. To adventure. Так. Мне надо взять черную магию. И надо взять... Даже не знаю, что брать-то. По идее, смерть.
Так вот. Тени высшего круга. Тебе свою шапочку дам даже. Носи ее с гордостью. Разум, мудрость 106. Там удвоен... Там вроде как удвоенный уровень героя. Плюс... Разум. Делить на 10. Это регенерация маны. 6 секунд. 106 плюс 34. 140. 14 маны должно вот. С округлением вниз. Let's go. Герб дома Майер. Лия 15. Угомонись. Офигеть, у нее стражники круче, чем она. Дарк Лии для Шан. Письмо Лии для Шан. Свечлик Шан. Лиана, не. Quickly now. Так. Let's go. To adventure. Я это буду трайхардить, вы что думали? Я не буду это трайхардить? Не, я буду это трайхардить. Играл. Пока бежит, можно спокойно идти в план своих зомби, да пройти уровень, который я начал сегодня в метро. Знаете, тут уже даже вмешательство моего не надо. Там скоро прибегут. Да вроде плетутся. Все, вся пати уже? Как быстро! Так. Во-первых, сохранится. Во-вторых, я не буду... Да. Я вообще буду делать так.
Не, ну можно и вытянуть кого-нибудь. Все, все зараж... Блин, сам хранитель осколка. Похиляй, пожалуйста, меня. Я ж некромант, но... Еще один жестокий остался. Два жестоких осталось. Все, последнее заражение и идем отсюда. Да ёлы ты палы, ты серьезно? Да ты си... Understood. Ты серьезно сейчас, да? Алло. Ты... Деточка. Чё-то какой-то жестокий, жестокий. Да наконец-то. Давайте сюда теперь пойдем. Что у нас здесь? Здесь недалеко бежать. Прохождение за некроманта. Быстро, без боли, без операции. Ех. Блин. Еще скажите, Изи, прояви больше уважения к игре. Ну как так можно? А вот я скажу вам, не надо... А, тут он. Сдох. Кавкатель. Интересная крепость. Follow me. Quickly now. Let's go. Так, уже двое откинулись, сейчас еще двое откинутся. А вот жестокие, у них, видимо, очень дикий реген. Скорее всего, здесь так и будет. Плохо из-за дикого регена. Нет мародера, спокойно. Еще мясо. Ну, тут ничего особенного, просто база нежити. Странное. Вот зачем они вот этот закуток сделали? Реально, вот жестокие не хотят помирать.
Великий похититель душ, кстати говоря, выжил. At your command. Воин, ты упорота. Ладно, давайте выжигать. Аура замедленного боя 6-го. Ну-ка. Серебряный лук. Древняя кольчуга. Уже давно все лучше есть. Один сундучок. Изданица. У меня уже половина от 18-го сет локаций. Вот если бы я начал развивать здесь базу. Сколько бы я здесь... Надо было действительно начать базу, наверное. От смерти 7-го и 5-го только. Follow me. Реально, они восстановились. Что ж, Poison не так хорош, как я о нем думал. Долго анимация порой идет. Ну, вроде бы я всю карту зачистил. Можно строить армию, чтобы победить вот этих товарищей. Нет, конечно, сейчас попробую их. Надо просто фокус грамотный делать. Что я хочу сказать. Блин, вот это, конечно, жалко, что... Белая магия. Вот в этой игре все сделано для белой магии. Ну что за фигня? Я хочу 10-й. Когда будет десятая смерть? Черная магия 20-я. Сейчас у меня 17-й, на 18-м я возьму некромантию проклятия. На 19-м я возьму магию стихии лед. Больше. Follow me. Now. Let's go. Enemies beware. Enemy attack. On my way. Hold on, man. It's an ambush. Back. We must drive them back. The line must hold. An enemy attack. Reinforce the defenses. We're out with you. Close the ranks.
Да ты умрешь сегодня или нет? Я уж боюсь представить, какая Ктулху вылезет отсюда. Серьезно. Так, нет. Отлично, пока мои воины снова подходят сюда. Ты серьезно не хочешь умирать, а? Так, нет, двоим я не дай... не дам до себя дойти. Господи, сколько ж можно-то? Жестокий помер. Да и наконец-то. Батька спасенцев бежит. Я пока буду потихоньку кайтить. У них очень высокое сопротивление. Моему добру. Скорость магии. А должна быть больше. Скорость магии. Можно менталист уйдет? Не знаю. Менталисты здесь, по-моему, самые... Stay with me, man. Back! You must drive them back!
Ясно. Черную ауру. Шлем стражи, уровень 25. Здравствуйте, еще раз возрождайтесь, бегите сюда. Да, I will wait. Какая же Ктулха там вылезет, господи. Ну что, я отспал? Яд не должен падать. Это безобразие. Не знаю, что уже делать. Реально, я пытаюсь ледяными осколками, потому что они хотя бы должны работать. Ты, может быть, помрёшь, а? Да-да. Что с этими ребятами не так? Ты знаешь, что с ними не так? Вот. Какой у них там Magic Resist? Позвольте спросить. Зачарование магии разум, бывает щит из огнестали. Ну, у них реально очень высокая сопротивляемость. Прям вообще невыносимо высокая. Я, конечно, все понимаю, но вы там ничем не ошиблись. Ой, какие эти скелеты душные. Я понимаю, что 23 уровень, но все же.
Короче, надо заклинание льда получше купить. Ясно. Посмотрите, как он вылечился. Это не вариант. Петлю ауру. Его измотать по мане можно попробовать. Стали как истуканы просто. Кайте изи, бог знает сколько времени. Может на него забить? Потому что если строить против него... Хотя... Иди сюда. Уже от всего почти избавились. Не позволю какому-то сайт-касту меня облапошить. Yes. The rune asks my help. As you wish. As you command. What do you desire? Your wish is my command. As you wish. Quickly. That is not far. Может против Исмаила пойти пока что? И варианты еще есть. Да. Знаете, что плохо? Лене под ним прямо.
light. Ready. Understood. And able. Close the ranks. Very well. On my way. At your right command. Away. On my way. Эффективные тактики. Нет. Вот ты хотел музыку из Бенни Хилла. Жесть, конечно, какой у него. Какая Ктулха там выйдет? Последний кусок. Ох. Вот, и здесь? Ты видел это прохождение? Адовое. Финишник круга. Хватка смерти 10-го. Зимняя звезда. Белая магия. Потому что белая магия. Все остальные маги просто идите... Идите в пень, остальные маги. Вот к смерти. Если обмен невозможен. Вот здесь нужно... Понимаешь, я одним магом бегал, а вторым магом поливал. Притом, когда он переагривался, я бегал другим магом, а тот, который бегал, он начинал пытаться дамажить. Блин, реально, какая Ктулха тамадовая сейчас вылезет. Мне не хочется что-то уже... I'm honored to serve you. What do you Quickly. Desire? Маленький штаб. Давайте маленький штаб. Я не знаю зачем. As you wish. Your wish is my command. It is an honor. Блин, пол. Сейчас, наверное... I'm honored to serve you. Construction has been completed. As you wish. Лесник. As you wish.
What do you desire? Quickly. Хижина дровосека. It is my duty. Yes. Стрелка. Сейчас, если сейчас такая Ктулха вылезает, всем Ктулхам Ктулха. Поставить последний. Мозаика завершена, земля дрожит, в воздухе разливается запах гниения. For Awanir. Does the ring design? An enemy attack! It's an ambush! Hold on, men! Back! Quickly now! We must drive them back! Let's go. To adventure. Let's go. Hold on, men! To adventure. At arms, men. To adventure. Forwards. Follow me. Forwards. Now. To adventure. For Awanir. Oh. We're under attack. Когда отдельно можно попробовать. Дух земли, лук аристократа, промедлительности, палач. Ну, конечно, хай-левел заклинания падают. Просто зашибись. Так, что для вас нужно? Лучник. Палат немощных, зал лучников. Лучников, древесина, проступа надо больше. И? Прочку секунду, в туалет сбегаю.
Знаете, что такое Titan Quest? Это глюки сейчас. Это большие-большие глюки. Yes. What do you desire? As you wish. What do you desire? Forwards. Что будем пытаться так забить. Into battle we go. Enemies beware. Hold on, men. An enemy attack. Stay with me, men. Enemy attack. Reinforce the defenses. Enemy attack. Hold on, men. Understood. Reinforce the defenses. They're everywhere. An enemy attack. Reinforce the defenses. Сам бесполезный лучник все время выживает. Мне кажется, что кто-то должен здесь выползти. Yes. Right away. The rune asks my help. Speak. So be it. I'm honored to serve you. The rune asks my help right away. Где оружие, зал лучников, палата немощных? Ах, эти чихи. Спасибо, Фо. Блин, где Ктулха вылезла? Ну вот реально. Чё, знать, где вылезла Ктулха? Какой-то бесполезный, просто пипец, товарищ. Чё, уже ягоды закончились? И Лэни сейчас закончится.
now. To adventure. Реально, я хочу знать, вот... Forwards. Now. To adventure. Тут обломок. Касси Деймер. Какая жесть. Отлично. Адовые луки, адовые щиты, падает все, что я не могу надеть. Как у меня вообще умудрился вылететь гид? Что? Реально же должна появиться какая-то огромная ктулха. Шесть жестоких — это слишком тупо, чтобы это было правдой.
Противоядие. Ну и что, мне сейчас весь всю карту проверять на вшивость? Ready and able. Yes. Very well. Right away. Understood. Very well. Вроде охват должен быть нормальный. Чтобы я увидел, кто появился. The rune asks my help. What do you desire? For the glory of Arun, as you wish. It is my duty. Вот сейчас туман войны есть. Тут реально это очень-очень странно. Ничего. Я не верю, что... Я не верю. Где-то должна была появиться большая Ктулха. At your command. On my way. On my way. Ready and understood. Able. Yes. Если я ничего не увижу, я пойду, я серьезно посмотрю этот квест. Или Фо, ты можешь мне сказать. Если там кто-то... Точнее, никого не вылезает, кроме этих скелетов, скажи, потому что, ну реально... Если это так, а оно может быть так, то это очень тупое решение. Very well. I'm honored. I'm on my way. The rune asks my help. Yes? As you command. Ой, да просто вторую хижину дровосека постройте и все. Не клепите мозг. Здесь еще не был.
Что здесь, окажется, здесь сундук. Нет, здесь никак. Справа сверху там как бы завершение карты. Но учитывая, что это сайт-квест. Ну, конечно, Исмаил сейчас может быть там 100-500 уровня. Ну так-то все. Все оббежал. Ну вот на этом клочке я сомневаюсь, что появиться кто-то мог. Че патикой бегать открывать? Вот-вот-вот! Почему? Блин, здесь это бесячая особенность. Смотри, здесь локация Виспер. Шелест. Сайт, ну даже это даже не сайт квест. Здесь есть мозаика, которую надо сделать. Я ее полностью сделал. То есть первую часть мозаики тебе дает в прошлой локации один NPC. Ты приходишь сюда, вставляешь первую, появляется, я так понимаю, первый скелет, ты его убиваешь с его патикой, с него падает вторая часть мозаики. Идешь, вставляешь, появляется второй скелет, и так идешь, пока полностью не соберешь. Я полностью собрал мозаику. И там вылезло 6 простых скелетов. Я просто не верю, что не вылезла никакая ктулха на карте. Потому что скелеты вылезали довольно-таки отдаленно отсюда. То есть, где? Вот здесь. Вылез первый. Второй вылез. Где-то. Ну где второй-то вылез? Я не помню уже даже. Где-то, не знаю, где-то здесь вылез. А, он в проходе, по-моему, вот здесь вылез. Вот. Здесь. Третий вылез на возвышение. Вот здесь. Мозаика в деф. Мозаика в деф. Order of Dawn. Rewards experience points, high level generic items, high level spell scrolls. Фу, спасибо. Не, реально спасибо, это мне уже время экономит. Я пойду, короче, на финальную битву. Блин, точка же здесь, по-моему, есть же точка. Ой, как она называется-то? Фу, ты правильно, кстати, угадал, вообще правильно. Ну это реально тупо, то что вылезает просто 6 скелетов, которые. Ничего собой не представляет, кроме того, что они хай-левельные. Видимо, это такой квест для трайхардеров. Ох, толдовый геймдизайн меня в могилу сведет. Это еще долго будет возвращаться. Так понимаю, он сразу полетит убивать этого Исмаила. Поэтому я хочу быть готовым.
Да, кстати, сколько у меня снова броней-то защита? Я не смотрел же. 189. Хендеде. Не ту хендеде. У них защита какая-то маленькая. Слушай, ну надень хотя бы, я не знаю, иридиевый нагрудник. Реально жесть какая-то. Пофиг на статы. Я понял, называется, что мои воины бегают в тотальном говне. 15, но он это и одеть не может. Одна. Топор из огнестали. What are your orders? Like the wind. Yes? Я думаю, двадцатки, я надеюсь, будет достаточно. Давайте сохранимся. 15 виспер. 150 мегабайт на одну локацию. Genius. Have you found everything? Your armor is complete. Tiara's blessing be with you, warrior. You serve a just cause. Today you will die, Ismael. I swear by the blood of my family. Now! Forward, sisters. Let's go. Quick as an arrow. Нифига себе, он мчится. Слушайте, я отстаю от него. What are your orders? Quick as an arrow. As the wind. Ну, эльфийку он пока не обогнал, как и меня. Ой, как и моих воинов. Я за ним плетусь медленно. Говорит, кстати, от третьего лица бежит быстрее. Потому что Pathfinder не тупит. Pathfinding. By bow for the rune. Tread carefully. Ну, вы видели, да? Есть. Такого, он куда-то направо бежал сейчас. И, конечно, вот мне нравится то, что они сделали этот вид, но такой убогий, господи. Но сам факт того, что можно вот так сделать, приятен. Слушай, фу, а в тройке можно же так бегать или нет? Слушайте, он догнал ведь. Нет, но есть мод. Ну вот. This is the end of you, invoker of the dead.
My vengeance is nigh. To adventure. Залетело. Чудо. 60 мегабайт. You will soon be dead. Смейл сейчас скопытится. Let's go. Follow me. Смерть 4. Follow me. Forward, sisters. My revenge has been carried out. Ouch. Now I can return home. For the rest of my days, I will praise Tiara for her justice. Это просто 10 из 10 выглядит. Good luck, friend. To adventure. Стене богов. Аура слабости. Let's go. Forwards. Like the wind. Сейчас здесь ктулхи повылазит. Армия ктулх. Ктулхок. Then you're the one who's been destroying my armies. I need your help. Only your knowledge. Слушай, а какая Нашира? Это же Макруга, да? I offer you the mask of Belial in exchange for your knowledge. The mask at last. Give it to me. Я чувствую, сейчас здесь реально будет плохо. Not until you have kept your part of the bargain. Просто вспомнил его по имени там в третьей части. Конечно, замечательно, как в Spellforce 3 рассказывается, как этот круг создавался. И как все без этого, господи. Тахара друг с другом посрались, так скажем, за силу. Soulforger. However, my circle brothers will be able to stop you. Is there a way to stop a circle mage? I heard of an artifact. You speak of a phoenix stone. In its interior, the power of the All-Fire slumbers. That is the only power to equal that of a Circle Mage. Where can I find this Phoenix Stone? Before the war broke, it was posed well guarded in the archives of Mullendir. I would begin. Ну, не, знаешь, я вики так полистал. Они, мол, вроде как и не срались, они просто разошлись по свету, а потом прилетала какая-то. Что-то я немножечко допропустил немного. Стен богов Мландир. Что-то я сбился. Я ловил на Spellforce Wiki такую вещь, что как это сказать, куда же? Да, когда, короче, они просто разошлись, а когда пролетала там вот, мол, комета, силу которой они хотели получить, простой аватар, который ты взял отсюда идею, они все начали проводить ритуал получения этой силы себе,
родимому. В итоге ее никто не получил, а мир нафиг порушился. В этом весь смысл был, по-моему. Ну-ка. По сайт-квестам еще надо сбегать. Старейшина. Да, для расы, за которую я не играл. Бельройна. Лианан, хран героев. Кому мне там обращаться-то? Шон Майер, да, по-моему. Чударий с каким-то восклицательным знаком стоит. Welcome, young. Господи, какие у тебя тут вещи продаются? Расскажи мне. Ух! Ты первого уровня. I have here a letter and a jewel from Leia. Oh, Leia. Yes. This gem belonged to her. I gave it to her as a wedding present. Слушай, это походу локации какие-то дурацкие, потому что музыка здесь нормально пошла. My husband desires neither me nor the wealth of our house. The pledge of the gods was the only thing that he lusted after, so he could use it for his magical works. I only hope Amra is gone and riding like the wind, so my husband will never find him, for his wrath is enormous. When he discovered I had given the pledge away, he tortured me and tried to use his dark powers to get me to his hiding. Я вообще не помню этот квест, блин. The dark curse which is slowly destroying me. In this my final hour, I hope that you may be spared the fury of my husband. And should you ever receive this letter, then warn Amra. Send a message to Tyrgar. Old comrades in arms can always find one another. After all, who knows when my husband will track him down? May he have a better fate than mine. Tyrgar. Tyrgar the fisherman was one of Amra's comrades in arms. They were inseparable, warriors and mercenaries. There was even a dark elf among them. Ask Tyrgar if you want to know more about Amra. I will now devote myself to the memory of my sister. Мне нужно исцеление. Что здесь открыто? Здесь же был квест на то, чтобы убивать кого-то у шахты сверху. Вот здесь, что ли? Ходил дух, все время одного гасил. Welcome back. You were once Amra's comrade in arms? Old times, old wounds. We should leave it at that. Today I'm just a fisherman. What became of Amra? Did he ever find Leia? I don't know. Back then he was like a man gone mad. We all warned him, told him the magician was too powerful, but he refused to listen to us. Did you have an argument? Yes. Most of us remained here. Only Craig, the dark elf, went with him. They went off to the Darklands and disappeared.
But as far as I know, Craig is still alive. I heard he had gone back to the east, to the land of the Dark Elves beyond the Wildland Pass. If anyone knows what became of Amra, then he does. Good luck on your quest. I must go back to mending my nets now. А, эту квесту никогда не получу, не выполню, к сожалению, теперь, потому что не захотел загружаться. Ну, это возле Маландира, что в темных землях. Это что за отголоски? Там на юге, на юго-западе. Центр северных земель. Отголоски бы квест, на самом деле, найти где и как. Надежда Форлорна, она будет дальше. Мне Орханку в тень. Нет, я сделаю. Вот здесь же был, да. Я, по идее, его и так должен убить, если... Блин, он... Ну ладно. Хранюсь. Лиан он там какой вообще? Это вообще, по-моему, полностью RPG-шная карта, да, ведь? Была. Ладно, Лиан, он... Призрак Юдвина. Вот отголоски. Спасибо, сейчас посмотрю. Потому что реально очень старый квест. Написано, где он... Где его брать, я вообще даже... Точнее, не написано, где я его брал даже. You slept a long time, if you are who I think you are. Это дух какого-то кузнеца, насколько я помню. Perhaps you recognize this book. I know it. Give it to me. Yes, I remember. That's my scribe's handwriting. A journey into the deep chasms above the eternal fire. And claws. Claws in the darkness. Интересно, во второй части будут здания и так далее? В отголоски в тенях? В тень... А, берется в тенях, наверное. То я-то имел в виду. Выполняется там же? Ну, замечательно теперь. Ладно, сбегаю, посмотрю. Я призову, все-таки сбегаю. Уходи.
Просто помню, 15-го я еще кое-как забил, а на вот этого у меня пол не хватило уровня, он меня вообще чуть ли не ваншотал, там что-то такое. Сейчас у меня есть все шансы его победить. Тени. Надежда Форлорна, она дальше. Орхенг в тенях найду все равно. Вот светлый шелк. Один я нашел светлый шелк. Вот. Видимо, мне второго паука искать надо. Повелители пауков. Ну-ка, пока посмотрю. Что-то квест, походу, который я просто прошляпил. А, игра стопается. Отлично. Игра стопается пока. Пока в Альтабе находишься. Блин. Как вы играете в эту игру? Господи Иисусе. Зеркально, конечно, по-другому смотрится. Ладно. Герои... Готовы? Так. Реально, блин. Иду спать, удачно стрима. Да я сейчас сам заканчивать буду, потому что, ну... Реально... Я еще в Warframe хотел побегать с Mortal Kombat. Да и послушать клинику. Вот, кстати говоря, все-таки... Ору медлительности. Для врагов им труднее передвигаться. Вот попадало... Все, короче. Quickly now. Let's go. To adventure. Кольцо Юдвина. Реакция разум и мудрость. Хорошие такие. Стоп, этот квест наконец-то выполнился. Как он... Как он назывался-то вообще? Ну, к ним уничтожить призрак. Ну... Отлично. Что теперь? Разум, мудрость, стойкость. Разум, мудрость. Ну, сейчас пусты повыполняю побочные.
Надо еще узнать, где один сдается. Ну что, в начало пробежимся. Может, отголоски именно здесь искать надо. Серьезно, ничего здесь нет? Просто не всматривался, где именно находится. Так, не, погодите. Ну блин, это такая проблема. Эти квесты старые. Да, он через ход будет. Вот не забивайте на игры. Блин, продолжать вот реально сложно. А вот первое. Син. Пока. Обслуживание людей. Кстати говоря, вообще не помню, зачем здесь этот храм. Да, ну, скажите, еще начни заново проходить, это вспомнишь. И как много заклинаний, которые у 12-го реально. Но который я вообще не смогу. Потому что это... чертова белая магия. Не попадала чертова белая магия.
И у меня там статы-то? 476 жизней, 200 защиты. Это должен быть бронирование любого воина вообще. Ламину бронирование. Ну так, а что мне здесь повсюду? Замечательно. Ингуар. Мне кажется, что я... Знаете, с... У него просто ровно 50 хп. Я мог попробовать сделать уничтожение. Извиняюсь, блин, до сих пор беспокоит, что в Твиче. А, понятно. Сейчас. Ох, мне надо заканчивать все, я отвлекаться начал. Я могу подойти сюда. Вот последнее. Ходит неясный шепот, бла-бла-бла. Ингуар Тар. Сиксандору. Знаете, пожалуй, на следующий стрим вообще уже невозможно. Так, пожалуй, мы закрыли сегодня еще одну локацию. А, где у меня карта? Раз. Вот это через Paint. Paint it. Так. Что у нас здесь? У нас мы закончили сегодня Виспер. Остался Годволл, Муландир, Рифт, Фарлорнс, Хоуп. И дальше мы вернемся, я так понимаю, сюда. Ну так уж и много на самом деле осталось. Ладно. Увидимся на днях.